Всем привет! И сегодня мы опять будем рисовать девочку, гимнастку. Она стоит на руках. А дальше вы увидите, когда я нарисую, какая она получится. Не забывайте подписываться, пишите комментарии. И вот здесь она на таких этих вот стоит специальных. Теперь все это обводим. Не то, что обводим, а прорисовываем. Теперь короче, вокруг нее рисуем ноги. Это у нее купальник такой. И руки те же рисую. Ты это у нее ворот такой. И вторую. Сейчас руку будем рисовать. Рисуем голову, нос, ротик у нее вот такой вот, подбородок и ухо рисуем.
Прическа у нее будет с хвостика. Брови я рисую. И глаз. Хвостик такой. В общем, я и нарисовала вот такую прическу, и сейчас нарисую то, на чем она стоит на руках. Вы можете ей нарисовать прическу ту, которую хотите. Я вот такую и нарисовала. Вы можете такую же нарисовать. Нарисовали, сейчас нарисуем на купальнике еще рисунок, такой будет. Вот. Так получилось. Закрасила глаза, сделала губы, покрасила резинку желтой и волосы розовым обвела. Теперь буду зеленым вот эти красить. Я покрасила. Теперь буду красить костюм желтым цветом. Вот эти полоски. Они у меня будут желтыми. Здесь я покрашу красным. Волосы я докрашиваю в розовый. Сам костюм у нас будет зеленого цвета. Вот я и нарисовала. Подписываемся.